Опоссум сидит на дереве. Сейчас пойдем посмотрим его. Что он там делает? Ну что, дядька, здоров. Что ты здесь делаешь? Рассказывай. Ты еще такой красивый, большой. Ну что, привет, мужик. Какой ты красивый, ухоженный, молодец. У меня там дома тоже такие бегают, как ты, похожие. У тебя там место хорошее. Молоденький. А этот большой такой. Не бойся. Хороший. Куда убегаешь? Не убегай.